Приветствую вас. Вы не аноним, вот, но я не знаю, как правильно называть мошенник. Тут у вас написано ЕГК-26. Вот, это не очень удобно. Не очень удобно для, ну, как бы, обращения, да? Вот, поэтому я не буду называть вас панику, буду называть вас аноним. Для простоты. Итак, аноним. Значит, ваш вопрос. Помогите разобраться в себе, встречаясь с несамостоятельным парнем. Ну, я думаю, что вряд ли открою вам здесь секрет. Конечно, если скажу, что все дело в вашей тревожности, что именно, именно тревожность, именно вопрос, именно вопрос тревожности вы здесь как бы решаете, да? То есть это вот именно вопрос тревожности, вопрос того, что вы как-то вот сами в себе не уверены, что это, ну вот это вопрос о том, что вы пытаетесь себя как-то защитить от какого-то вот такого угрожающего вам, очевидно, будущего, вот, и, соответственно, почему-то вот вы считаете, что вам, ну, обязательно, вот прям обязательно нужен мужчина, да, почему-то вы считаете, что вам вот прям обязательно нужен взрослый мужчина, да, и, соответственно, вот почему-то вы тяготеете именно к этим моментам. Вот, смотрите, значит, вы встречаетесь с несамостоятельным мужчиной, пишите вы. Ну, в принципе, ситуация, в общем и целом, достаточно стандартная. Да? То есть вы выбрали партнера, вот, который не является самостоятельным, вот, и вам с ним, ну, не очень хорошо, вам с ним не очень хорошо с партнером, вот. Вопрос заключается в том, принимаете ли вы его таким, какой он есть, или нет. Вот именно своего партнера принимаете ли вы. Потому что если нет, если вы своего партнера не принимаете, если вы считаете, что рядом с вами должен быть другой мужчина, то свои интересы в этом смысле нужно продвигать, свои интересы в этом смысле нужно именно отстаивать, что называется, вот, потому что если этого не делать, то как бы вот в этом и заключается ваша проблема, что вы не можете сделать выбор, то есть вроде бы вы встречаетесь с мужчиной, вроде бы этот мужчина не самостоятельный, но при этом, при том, что он не самостоятельный, вы все равно с ним как бы в отношениях, да, то есть вы его и не принимаете, и в то же время как бы вы от него не уходите, вот. То есть как бы это вы выбрали не самостоятельного мужчину в, ну, себе в партнера, грубо говоря, вы. Вот. И, соответственно, если вы выбрали себе не самостоятельного партнера в отношениях, то, ну, у этого есть основания, у этого есть причина. Вот. А у меня сложилось такое вот впечатление, что вы ответственности за это как бы до конца брать не хотите. Вот. То есть
вы не определились со своими интересами, они у вас взаимоисключают друг друга, вот, и, соответственно, из-за этого, я думаю, вся такая вот неопределенность у вас и имеет место быть. А по поводу того, как ваши интересы исключают друг друга, я, ну, я обязательно вам скажу, вот, в ходе, так сказать, разбора вашего сообщения, вот, в ходе разбора вашего текста обязательно вам скажу об этом. Другой момент, если вы выбрали не самостоятельного парня себе в партнера, то можно предположить, что вы сами, ну, являетесь в какой-то степени родителем. То есть, если ваш мужчина достаточно инфантильный, вот, то, соответственно, вы занимаете такую вот родительскую позицию. Вот. Дальше, значит, ну, соответственно, есть основания для такой позиции, да, есть основания у вас для того, чтобы быть в родительской позиции. И, соответственно, какие основания для этого? Ну, в первую очередь, это определенные установки, вот, в первую очередь, это догмы, скорее всего, в первую очередь, это определенные, ну, такие вот обобщения, вот, и, значит, соответственно, это мешает построению именно таких вот ну, свободных отношений, мешает свободным отношениям. Поэтому здесь, мне кажется, вам имеют ну, вам имеет смысл отказаться от родительской позиции, вот, в пользу такой позиции все-таки более, может быть, женственной, более, может быть, естественной для вас, что позволит освободить ресурсы для привлечения, опять же, соответствующих партнеров, потому что вот если вы говорите, что ваши романы, вот, и то, ну, вот те мужчины, которых вы встречали, все это было бесперспективные отношения, то тут опять же имеется наложение одних мотивов на другие отношения, построение отношений. С парнем вы пишете уже год вместе, ему 23, мне 24. Проблема в том, что нам обоим по мозгам будет лет 16, все от того, что мы выросли в обеспеченных семьях, где была гиперопека. Смотрите, ну, здесь, что называется, горе от ума. Вы не обижайтесь, пожалуйста, на меня за то, что я вот так говорю. Дело в том, что... Понимаете, когда вы говорите вот гиперопеку, да, ну, когда вы говорите о гиперопеке, вот это вы по большому счету рационализируете
с одной стороны вы рационализируете, вот, а с другой стороны вы обесцениваете себя. Потому что вот вы говорите, что нам по мозгам там лет 16. Ну, может быть, это и так, но относиться дальше к этому нужно с уважением. Вот, вы же такое ощущение, что обесцениваете себя, относитесь в какой-то степени с пренебрежением к себе, ну, к себе, вот, к вот этому факту, что вам, значит, по 16 лет, вот, а это, ну, как-никак, всегда сказывается на не только восприятии себя, но и на том, как вас воспринимают как раз-таки другие люди, да, как вас воспринимают те же, например, мужчины, ну, вот, и, соответственно, как они вас видят, как они к вам относятся и так далее. Ну, а относиться к вам они могут только так, как вот вы относитесь к себе. То есть, если вы себя обесцениваете, то, соответственно, вас, они будут обесценивать вас. Если вы к себе относитесь определенным образом, строго, то и, соответственно, и к вам будут относиться тоже как к родителю, либо как кому-то, кого можно унижать. Вот. Кроме того, для вас, вот, субъективно, именно субъективно, с точки зрения именно субъективности, гиперопеки как таковой не существует для вас. Для вас существует определенная среда, в которой вы выросли, для вас существует определенная реальность, в которой вы выросли, для вас существуют определенные ценности, с которыми вы либо согласны, либо нет. Вот. И для вас существует, условно говоря, та психологическая реальность, в которой вы находитесь. Это очень важно понимать, потому что гиперопека существует вне человеческого восприятия, и человек может изучить ее только как внешнее явление, но как явление, скажем так, субъективно переживающееся, да, вот, это достаточно сложно для себя выделить, достаточно сложно и тяжело. Вот. Поэтому про гиперопеку, да, по сути, вы сказали, ну, не побоюсь этого слова, мимо. Вот. Вы сказали мимо. Вот. Дальше идем. Только я уже имею 3-летний опыт работы и 2 образования. Он сидит на маминой шее и играет в компьютерные игры. Ну, здесь что? Здесь у нас как бы требования и сравнивания. Вы требуете от мужчины быть тем, кем вы хотите его видеть, и вы сравниваете себя с ним. Я думаю, что это последствия, точнее, одно из проявлений вашей родительской позиции, вот, сравнивание себя с мужчиной, это первое, и второе, это требования, то есть, вот, у меня 2 высших и 3-летний опыт работы, он, соответственно, сидит на маминой шее, играет в компьютерные игры, вот, это плохо, так быть не должно. Вот. Ну, как бы. Ну, момент здесь в том, да, собственно, почему не должно быть такого. То есть, ну, человек сам выбирает, как ему жить. Человек сам
решает, что ему делать. Человек сам распоряжается своей жизнью. Если он может позволить себе действовать так, как он действует, почему, собственно, не заниматься компьютерными играми? Почему не сидеть на шее у мамы, если это, ну, если это можно, если позволительно, да? Вот. Ну, вы требуете от него совсем другого поведения, вы требуете от него быть другим человеком, и здесь, с одной стороны, вы не принимаете его таким, как он есть, с другой стороны, переносите на него свои определенные желания, свои определенные требования, свои определенные потребности, вот, что, безусловно, вам не делает вас более счастливой, не делает вас более спокойной, не делает вас, вообще-то говоря, более привлекательным партнером для отношений, потому что партнер, который требует от своего партнера быть кем-то, ну, это партнер достаточно зависимый. И самое главное, что отношения здесь выстраиваются все-таки не на духовной такой основе, да, а на больше основе, ну, материалистичной основе, дашь на дашь, по большому счету. Дальше. Значит, за год со мной произошел брак, я остановил свое дело, на котором сейчас начал работать, спортом занимается, в целом какие-то цели появились. Ну, смотрите, опять же, вот очень важный момент, которые допускают, которые позволяют, допускают многие женщины родителям. Они как бы выращивают мужчину, да, они выращивают его, мужчину, они помогают благодаря своей такой вот позиции. Они помогают человеку кем-то стать, да. Но когда мужчина кем-то становится, поймите, ему уже неинтересно, ему не хочется быть с вами, потому что вы его, ну, как бы это сказать, вы его, конечно, не подавляете, это было бы, наверное, неправильно сказать, что вы его подавляете, но вы ему уже неинтересно будет, если когда он вот именно вырастет, когда он, ну вот, когда он кем-то станет, да, вот, вы ему будете неинтересны, потому что зачем ему быть с вами, когда он уже кем-то стал, а вы продолжите относиться к нему, как будто он еще никем не стал, вы не будете к нему относиться с уважением, там, да, потому что, ну, если уважения изначально нет, то оно не появится спустя вот какое-то время. И, соответственно, человек просто, ну, будет задаваться этим вопросом, зачем я с ней, если я уже кем-то стал, да, она этого не видит, как бы она принимает это как должно, она не восхищается этим, она не ценит это, зачем я там буду, ну, зачем я буду, соответственно, вот, грубо говоря, с ней. Вот. То есть такая вот тонкость отношений при таком вот подходе, когда человек с вами развивается, понимаете? Вот. Один момент, если вы раскрыли его просто, вот, то есть просто вот с вами, да, он начал вот, ну, грубо говоря, там, вместе с вами, он начал что-то делать вместе с вами, вот, вместе с вами начал там чем-то заниматься, это одно дело, но это все равно риск, знаете, какая штука, а это риск именно вот, риск именно в том, что человек может вас просто бросить, когда он, ну, чего-то там добьется и так далее.
Вот. Дальше. Значит, при этом мы вместе не живем, только ночуем, потому что его семья против жизни до брака. И также они против, чтобы он женился, пока сам не встанет на ноги. Ну, смотрите, вообще я думаю, что здесь есть довольно странная история. А почему? Потому что, ну, они против жизни до брака, но при этом ночуете вы вместе. То есть я правильно понимаю, что между вами есть секс, да, и вот как бы в чем здесь суть вот такого рода запрета, да, мне не очень, честно говоря, понятно. Вот. То есть, ну, я бы понял, если бы вам вообще не давали видеться, да, и если бы не давали ночевать вместе. А так получается, что вы вместе ночуете, такая, вы знаете, сексом, я думаю, такая, простите, жизнь до брака, она отличается-то только бытом, по сути. То есть, родители вашего парня против того, чтобы вы учились заниматься бытом, но не против того, чтобы вы ночевали, занимались сексом. Ну, это немножко странная позиция. Я, честно говоря, думаю, что здесь есть какой-то нюанс, потому что, ну, это очень странно звучит. Вот, очень странно звучит. А дальше, и также они против, чтобы он женился, пока сам не встанет на ноги. Ну, тут, смотрите, я с одной стороны вас понимаю, что, типа, получается, что родители определяют действия вашего мужчины, да? Мужчина сам ничего не решает. И вам наверняка это, ну, не очень приятно. Вот, но с другой стороны, очень важный момент, что вы фактически сами выбрали этого человека, понимаете? Вот, вы сами выбрали мужчину, а вы сами выбрали его для отношений. То есть, это ваш выбор мужчины. И вопрос в том, что это за выбор, да? То есть, вот, это выбор, какой это выбор, да, это выбор по любви, там, по желанию, там, и так далее, или это выбор все-таки вот такой больше из расчета на что-то, да, и так далее. То есть вот вопрос в том, насколько вы, например, насколько вы тяготитесь с этим выбором, что вот вы выбрали этого человека, что вот что человек, вот он вот такой, да, что он вот так себя ведет, что он вот в таком ключе выступает. Дальше. Он меня любит, я его тоже, он каждый день говорит, что как хочет на мне жениться, и что работать, сделано только ради того, чтобы со мной съехаться, но вопрос, вдруг он будет вставать на ноги еще лет 5. Смотрите. Здесь, собственно говоря, начинается та сложность, о которой я говорил ранее. А именно, противоречие ваших интересов. Вы говорите, с одной стороны, что вы любите его. И я готов вам поверить, что вы его любите. Я готов поверить вам, но я также хотел бы, чтобы вы сказали мне, да, ну, подумали и сказали, что вы вкладываете в любовь, то есть вот что такое любовь для вас. Потому что, когда вы говорите, что будет, если он там вставать на ноги станет лет еще 5, вы говорите, к сожалению, вы говорите не про любовь, к сожалению, вы говорите про кое-что другое, к любви отношения не имеющие. Понимаете? Дело в том, что любовь находится вне времени, любовь находится
вне вот каких-то условий, а здесь вы, получается, ставите условия. Понимаете, вы в полном своем праве эти самые условия ставить. Никто не говорит, что вы не должны, что вы не должны ставить условия. Напротив, если вам хочется, если вы считаете, что, ну, если это вам важно, то вы должны об этом думать, вам необходимо продвигать свои интересы. Здесь как бы все в порядке. Но к любви, именно к любви, это отношение не имеет, потому что для любви эти вещи можно назвать, ну, совершенно лишними, если не совершенно, то, ну, лишними совершенно точно, потому что, как бы, это уже больше такой вот расчет, да, это больше уже такой расчет, это больше уже мысли про себя, именно про себя, про свое будущее, про желание себя обеспечить. И, опять же, очень важный момент, что обеспечить себя вам необходимо, вам нужно, думать о себе вам необходимо, вам нужно, но не в контексте, не в контексте человека. Понимаете? То есть не в контексте именно вот мужчину. Именно не, ну, не в контексте мужчину. Понимаете? Какой момент, ну, какой момент. Вот. Мужчина здесь ни при чем. Он будет вставать на ноги столько, сколько потребуется ему. Вам нужно идти своим путем. Дальше. Я примерно понимаю, что хотела бы уже состоявшегося мужчину лет 30-35. Здесь у вас идет акцент на отце. То есть вы с мужчинами своего возраста, вы выступаете как родитель, а сами хотите быть такой, ну, таким вот ребенком, по сути дела, вы хотите быть ребенком с мужчиной старше вас. Вот. А вопрос заключается в том, почему? Вопрос заключается в том, почему? То есть вопрос заключается даже не столько в том, почему, сколько в том, осознаете ли вы этот момент, этот крайне важный момент, что, по сути, вы не умеете выстраивать равноправные отношения, но в то же время вы не отвечаете перед самой собой за то, чего вы хотите. Потому что если вы хотите мужчину старше, то необходимо понимать, что мужчина старше не потерпит сопротивления, не потерпит того, что ему будут перечить. Мужчина старше ожидает от своей, ну, от своего партнера, да, мужчина старше ожидает от своего партнера конкретного подчинения. Мужчина ожидает от своего партнера конкретного такого, конкретно ведомой позиции, вот, и для такого мужчины это более чем нормально, вот. Вопрос заключается в том, готовы ли вы эту позицию принять, отдаете ли вы себе отчет, что это такое. Дальше. Для чего вам, вот именно вам, лично вам, мужчина 30-35 лет. Зачем? Почему вы нуждаетесь в мужчине 30-35 лет? Понимаете, если вы говорите, что я хотела бы такого мужчина, хотела бы, это значит, что у вас уже есть готовый образ мужчины. Если у вас есть готовый образ мужчины, то этот самый образ основывается на ваших желаниях. А ваши желания, получается, свои желания, получается, вы перекладываете на человека. Вот. Понимаете?
Какая, ну вот, какая штука, вот, вы перекладываете ответственность здесь, на человека за то, что вам хочется, и тем самым делаете себя зависимой. Вы делаете тем самым свои желания зависимы от того, встретите, например, вы человека, который вам необходим или нет. От того, станет ли он делать то, что вы хотите, или нет. Понимаете? Какая штука. А это большая проблема. Это большая проблема. Большая трудность. Понимаете? Поэтому здесь вы оказываетесь в ловушке. Дальше, увы, жизнь мне таких не посылает или посылала просто для кратковременных романов. Но опять же, смотрите, здесь вы перекладываете ответственность. Что значит жизнь не посылала? Жизнь никому ничего не посылает. Я полагаю, что все зависит от вас. Я полагаю, что как бы, ну, вы делаете все сами. Вот. Понимаете, то есть вы сами действуете, по жизни, и сами вы выбираете то, что делать. Вот. Понимаете? А не жизнь. Дальше. То есть тут вот идет перекладывание ответственности. Кратковременных романов. Ну, надо смотреть, опять же. Если вы чувствуете, что ну, мужчина, с которым вы встречаетесь, значит, нацелен на кратковременные такие вот романы, да, то значит, что там в вашем поведении. Ага, что-то в вашем поведении. На это человека нацеливают. Понимаете? Что-то. То есть вы сами каким-то образом провоцируете эти самые кратковременные отношения. Вот. И очень важно понять, собственно, как именно вы способствуете тому, чтобы эти самые кратковременные отношения продвигать. Дальше. В целом, все мои отношения были тяжелые, бесперспективные. Ну, чем они тяжелые были, это отдельный вопрос. Почему они должны быть обязательно перспективными, это другой вопрос. Нет, вы подходите к отношениям как к инвестициям. И с одной стороны, вроде бы, в этом ничего такого прям уж, ну, ничего прям уж плохого нет. Вот.
как бы. Но здесь разница, понимаете? Здесь разница и противоречие с тем, что вы говорите, что любите человека. Любите мужчину, я имею в виду, его. Одно другое взаимоисключает. То есть что-то обязательно доминирует, и что-то обязательно является вот, ну, таким, как бы, ну, определяющим моментом, я бы сказал. Вот. К сожалению, к сожалению. Дальше. А, тут есть какая-то перспектива и сильная любовь, в общем, что делать, не знаю. Вам нужно выбрать, если либо перспектива, либо любовь. Если любовь, то это безусловное принятие человека и взятие ответственности за перспективу на саму себя. Если это перспектива, то, соответственно, это отношение по расчету. Вы не можете сделать выбор, не можете определиться, что для вас важнее, отсюда и подвешенное состояние. Вот почему вы не можете определиться, я думаю, что здесь отсутствие доверия себе и склонность к обесцениванию. Ну, требования, в данном случае, это такие вот неадекватные, наверное, требования к себе. Перспектива в том, что у него крутая и влиятельная семья, которая в случае чего всегда поможет, потому что брат меня любит и сам хочет уже съехаться. Ну, это никак не связано с вашей любовью к нему, это скорее связано с тем, что вы хотите себя обезопасить. Но что-то я не уверен вообще ни в чем. Уверен только в том, что мы друг друга любим, и что же не уверен, это встречному достаточно взрослому мужчину. А зачем? Аноним, зачем вам взрослый самодостаточный мужчина? Что он вам должен дать? Что он вам может тогда дать такого, чего нет у вас? Откуда вы в этом нуждаетесь? Что это за потребность? Давайте с ней что-то, давайте ее разберем хотя бы. Что до 24 года мне жизнь его не послала, вот 30 стукнет, и уже тоже никого не найду, буду девушкой второго сорта. Ну, здесь у вас, во-первых, стереотипы, во-вторых, отношение к себе и к мужчинам, как к материальной ценности, то есть вы сводите ценность человеческую к материальным ценностям, ну и, соответственно, какой любви по отношению к молодому человеку вы здесь говорите. Что касается моих чувств, я в них уверен, я тоже уверен в ваших чувствах, но вопрос, что это за чувство? Судя по тому, что вы пишете о любви как таковой, речи не идет. И все-таки он, правда, начал работать и стремиться. Но все равно меня гложет неопределенное будущее, я стал очень истеричный и нервный. Смотрите. А вас, значит, гложет неопределенное будущее. Неопределенное будущее – это отсутствие доверия в себе. А неопределенное будущее – это сложность чтобы доверять себе. Это незащищенность. Ваша собственная незащищенность. И незащищенность связана только с отсутствием личных границ. То есть вам необходимо поработать с личными границами и повысить уровень доверия себе, и проблема будет решена. Другой вопрос, захотите ли вы быть со своим мужчиной после этого. Вот, это уже другой вопрос. Но это решать вам. Вот с точки зрения психологии, я бы сказал, что такие трудности у вас присутствуют. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго.